И как эта моя ванночка оказалась в вашем домике? Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. И вообще, у меня дела, дела, дела. Трусиха твоя, Катька, сразу убежала. Ну, Катюша здесь действительно ни при чем. Это я к вам в домик ходила. Хотела у тебя ванночку попросить. А кукла Мула решила тебя не беспокоить и дала нам ванночку на один вечер. Мула? Не может быть! Без моего разрешения она никакие вещи не отдает. Да, но ты приболела тогда, и она решила тебя не беспокоить. Макс, ну что там? Тяжело держать пылесос. Да ничего не понимаю. Вроде все работает. А кнопка питания не включается. Вот мамочка расстроится, если вы пылесос не отремонтируете. Да, Эви, а знаешь, как я расстроен? Я же ведь к вам в домик няней пошел работать, чтобы денег заработать. А еще и должен останусь за поломанный пылесос. Девочки, я уже дома. А где же мои девочки? Мы ушли к соседям в домик Бэби-Бонов. Ну что ж, пойду и я схожу к соседям, встречу жену и дочку. Ну, Мула, ничего не хочешь мне объяснить? А как ты узнала? Да, пока вы тут с Максом пылесос ремонтируете, нас соседи чуть не затопили. Катька купалась в ванночке нашей и перевернулась. Вода выбежала из ванночки и прям к нашему домику потекла. Вот я и пошла выяснять, что к чему. А там моя ванночка. Без моего одобрения оказалась. Как так, Мула? Танюш, ну да, я не должна была отдавать ванночку, не спросив у тебя. Но ты же тогда притворялась, что болела и лежала в кроватке, а я не захотела тебя будить. Как притворялась? Так ты меня обманула? Не болела ты вовсе? А я же так переживал! Макс, ты все не так понял! Мула, ну что же ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь! Мда, соседи, весело тут у вас. Ой, а что у вас делает драгоценное колечко моей жены? Она же его год назад потеряла. Думали, никогда уже его не найдем. Папа, оно было в пылесосе, а благодаря Максиму мы его нашли. О, великолепно, великолепно! Максим, чем я могу тебя отблагодарить? Ну ладно, я и сам знаю, чем отблагодарить.